сотрудничества в самых разных областях по избранному пути. В последние годы нам было не про специальных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения. Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. Забывать об этом нельзя ни на одну секунду. И, конечно, рассчитывая на объединение усилий США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой – международным терроризмом.